Добрый день, уважаемые дизайнеры, дизайнеры на фэшн. У меня есть к вам предложение от компании B-Group. У нас за последние годы есть масса вариантов наших casual вещей, корпоративной одежды, которые мы с удовольствием одеваем. Есть у нас также спецодежда, которая нам тоже нравится. Мы ее разработали. Мы в ней ходим. Я только что пришел вместе с объекта. Нам нравится. Но вопрос в другом. У нас есть к вам предложение следующего характера. Нам хочется выбрать единый стиль и, как делается в вашей индустрии, задать, будем говорить, один стиль на 2-3 года. Каким образом? Допустим, на мне футболка, на мне толстовка, которая выпускалась на 20-летие, это в прошлом году. Она нам нравится, она хорошая, сделанная. На футболку, именно ту, которую я сегодня одел, она примерно то же самое, но выпустилась на 21-летие. У нас такие фишки есть. У нас мнения разделились, мы можем это делать с годами, можем. Есть хорошая ветровка, которая тоже очень нравится мне, коллегам, я с удовольствием ее одеваю, именно в таком формате. Есть также безрукавка, которую тоже в этом году шили для образца в количестве 150 штук, которую мы в принципе одеваем. Но мы понимаем, что хотелось бы внести что-то новое, для того, чтобы она сочеталась, во-первых, мы понимаем, да, по цветам немножко разнятся. Есть у нас футболочки прошлого года, где написано 20-летие компании, которые нам очень сильно нравятся. Да, так было бы хорошо. Это замечательно. Но есть детали, которые, в принципе, наверное, должны выглядеть по-другому. Есть у нас рюкзаки, которые также мы разработали несколько лет назад, которые тоже хорошо выглядят, но в целом это немного разнобой. Так вот, предложение в целом следующего характера. В ближайшее время мы бы хотели попросить наших казахстанских дизайнеров для того, чтобы они нам разработали замечательные дизайны именно по коллекции. То есть коллекция, casual коллекция BI 2016 года, 2017 года и некоторые вещи, чтобы они пересекались. Дальше будет 2018 года, потихонечку пересекались с одного года в другой. Но при этом сочетались друг с другом очень хорошо. Ну, наверное, в этом вы более профессионалы, о чем хотелось вас и попросить. Будем рады посотрудничать с нашими дизайнерами, потому что у нас около 6 тысяч сотрудников, которые мы с удовольствием шьем одежду, которую они также с удовольствием носят. Такая поправочка. Хотелось бы сделать им такой дизайн, который сочетал корпоративные наши цвета. Вот они, два наших корпоративных цвета. Какие-то вещи, если добавите, будет хорошо. Ну, то есть вы видите там оранжевую окраску, да, если будет пару полосок оранжевых, тоже будет хорошо, это тоже будет неплохо. А также надо наше пожелание в следующем, чтобы эту одежду хотелось носить и выходные, и каждый день после работы, и на работу тоже. Я с удовольствием одеваю, но приходится всегда немножко выбирать, что с чем одевать. Здесь вот небольшие неудобства. Предложение разработать очень быстренько летний сезон у нас на носу, потому что нам необходимо в апреле уже заказывать эту коллекцию, для того, чтобы она к нам в мае пришла. То есть время пошива месяц-полтора месяца. А также продолжая ее на осень. То есть все должно друг друга гармонично дополнять. И обязательно наши фишки обязательно должны быть. То есть наш логотип, который можно тоже улучшить, если есть желание. Также наш логотип BIS-ки, он должен быть. То есть, но то же самое можно обыграть. Можно на кепке написать таким образом. Но здесь, в этом случае, цена-качество должна совпадать. В целом все. Спасибо большое. Будем рады от вас получить эскизы.